ТикТоке, Ютуба и Фейсбука, кто смотрит клипы. Хочу сказать огромное вам спасибо за просмотры премьеров клипов. Очень хороший рейтинг идет. Подписано 15 подписчиков. У кого есть друзья, у кого есть знакомые, вы можете мои ссылочки, которые я вам сбрасываю, видео, сбрасывать тем людям, пусть тоже подписываются. Очень прокачка идет на клипы. Сегодня новая премьера клипа ночью уже выйдет. Но я уже говорить название не буду, я уже клип этот новый сбросил. Я был клип «Память о Юре Шатунове», был клип «Сбор груш», был клип «Моя тренировка». Кстати, я чуть-чуть на 2 килограмма поправился, не знаю, что ел. Сейчас я вешу 106 килограмм. Но я с весом, слежу за весом и буду худеть. Хочу до 90-96 килограмм похудеть. Это маленькая подпремьера клипа. Название еще точно не знаю. Приятного всем просмотра. Вот такие красивые польские машины. Шкода NUIF Electrician SAV. Нова Шкода Фабия Стутлова Revolution. Уже польский чуть знаю. Кстати, по-польски привет будет Цеш, привет. Чтобы сказать спасибо, дякую барзе. Это чтобы сказать спасибо, чтобы извиниться. Перепрошу. Это чтобы спросить, сколько стоит. Там, ну что, если что-то надо покупать. Эль коштуе. Еще раз повторяю. Спасибо за просмотр клипа. Хороший, шикарный рейтинг. Я такого рейтинга никогда не видел. Если у кого-то есть друзья, есть у кого-то подписчики, просьба сбрасывать клипы мои. И я не навязываюсь. Хотят, пусть смотрят, хотят, не смотрят. Просто 15 подписчиков, ну, как бы это и мало, и немного. А надо, чтобы максимум было, как бы я видеоблогер, контенты снимаю, чтоб было где-то, минимум 3 миллиона контентов. Потому что если контенты я снимаю, мне дают дополнительные бонусы на выкладывание клипов и дают бонусы, которые я могу активировать и музыку ставить на них. Я их не скачу. Если видите, что я каждому клипу музыку ставлю, это как бы я музыку клипам вообще не ставлю. Это сама программа YouTube ставит разные, каждый, если там картинки, какие-то клипы делаю, сама автоматически делаю. Я сам делаю с программой. А программа YouTube делает клип. Клип делает. Еще раз спасибо за внимание всем. Это еще раз говорю, сбрасывайте мои примеры клипа. Я не навязываюсь, но пусть смотрят. 15 подписчиков — это немало, немного.
Максимум должно быть 3 или 2 миллиона подписчиков. Если я наберу, то я подниму шикарный рейтинг и будет новый. Обещаю вам, если 2-3 миллиона будет, есть клип. Я его еще не снимал, но я собираюсь снять. Под премьеру клипа будет она, но просьба 2-3 миллиона, чтобы просмотр был. Я слежу. Как только наберу 2-3 миллиона просмотров, сразу же я снимаю клип. Звание я знаю, но говорить не буду это. Короче, приятного просмотра.